Пострадавшим в Нижнем Тагиле помогут. Губернатор Евгений Куйвышев распорядился выделить более 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на оказание помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам. Согласно распоряжению, подписанному главой региона, финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей на человека будет оказана каждому пострадавшему, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей каждый пострадавший, который, кроме того, частично утратил имущество первой необходимости. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью. 300 тысяч рублей выплатят при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Евгений Куйвышев также направил 230 миллионов рублей для расселения жителей поврежденного дома. Деньги поступили в городской бюджет. Кроме того, более 700 тысяч рублей направлено на развертывание и содержание пунктов временного размещения. Новоуральцы также не остались в стороне и присоединились к помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле. Автономная некоммерческая организация «Делаем для города» объявила сбор средств, реквизиты для перечисления денежных средств вы видите на экране. Также для оказания помощи можно отсканировать QR-код системы быстрых платежей. Отметим, что все средства, поступившие с 1 по 7 августа, будут перечислены в помощь пострадавшим тагильчанам.